Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про українську журналістику та поточну політичну ситуацію. З нами перша заступниця головного редактора видання «Стерна.ua» Світлана Крюкова. Світлана Крюкова – перша заступниця головного редактора видання «Страна.ua». Освіта – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, магістр фінансів. Відома політична та економічна оглядачка. Співпрацювала з виданнями «Коментарі», «Українська правда», «Експерт Україна» та іншими. Авторка книг «Щоденник Євромайдану» та «Хроніки революції». Хобі – кінний спорт, мистецтво. Светлана, рады витать вас в нашей студии. Спасибо за такую мягкую подводку. Обычно да? Там все гораздо жестче. Да, не просто факты вашей биографии. Не дай нас брахалы, до речи. Нет, ну там у меня вышла куда более интересная книжка «Сетка», которая связана, кстати, с событиями в Днепре. Вот ее тут нет. А так вообще все только хорошее, ничего плохого, что обычно является там 70% моей давайте биографии. Давайте про погано. Давайте тоді, да, вот я с Википедии, до речи, вычитав, выписав себе. Перше речення. Світлана Валентинівна Крюкова, українська журналістка, перша заступниця головного редактора проросійського інтернет-ЗМІ «Страна.ua». І далі по тексту. Багато хто з експертів вважає «Страна.ua» антиукраїнською. Ваше ставлення до подібних формулювань? Привычное. Ничего нового в этом нет. Это клише мы получили 4 года назад, когда вошли в активный пик своего роста при режиме Петра Алексеевича Порошенко. Если вы помните, в свое время Петр Алексеевич Порошенко, который очень сильно любил по-своему относиться к медиа, у него есть такой своеобразный формат, он как бывший медиа-менеджер, вернее, действующий медиа-менеджер, точнее, медиа-собственник, который привык владеть изданиями, телеканалами, относиться к журналистам как к своей обслуге. И в какой-то момент, когда он начал править, и появилось какое-то количество телеканалов и изданий, которые начали поддавать сомнению ошибочность его действий, мягко говоря, он начал их пытаться настроить на правильный и понятный ему лад. Некоторых он настроил, то есть какие-то издания он купил, какие-то издания с какими-то изданиями он смог договориться, какие-то издания или телеканалы они сумели закрыть. С вами намагались домовитись якось? Безусловно, да, с нами пытались договориться, но это было чуть позже, уже когда уже после того, как нас попытались сначала закрыть и приструнить. То есть у власти всегда есть такие инструменты, это один из способов влияния на журналистику. Когда заводятся уголовные дела, когда начинается там всевозможная травля. Я думаю, что для вас не секрет, что у нас в стране такое происходит, к сожалению. И пока еще в данный момент еще нет ярких прецедентов, но судя по тому, что совершает действующая власть с законом о медиа, и судя по тому, как они сейчас пытаются там расправиться со 112-м телеканалом, они, в принципе, в том же направлении двигаются, просто более нерешительно. Но если вернуться к предыдущей власти, хотя что о них говорить, если их уже нет? Можливо, повернеться, ви ж бачите мітинги, 5-7, таке інше. Ну, я вас прошу, мені кажется, це поки не работающая історія. Єдинственна можливість для Порошенка как-то создать искусственные информационные поводы, но я не думаю, что у него есть шанс как-то реабилитироваться. Уж слишком, он все-таки политик прошлого времени. Но, тем не менее, я хочу вам сказать, что как оппонент он был достойным. В том смысле, что он нас неплохо выдрессировал и сумел создать нам определенный информационный и технологический иммунитет. Так, собственно, что он сделал? То есть, когда мы вошли в пик роста, мы начали там заниматься основными разоблачающими материалами. В основном это случилось после того, как я, в частности, полетела на Липецкую фабрику, и мы написали репортаж о работающей фабрике. В тот момент, когда он выступал с заявлениями и пресс-конференциями, плакал в прямом эфире, рассказывал о том, что там ничего не работает, мы поехали и пообщались с сотрудниками фабрики, российскими гражданами, которые получают весьма неплохую зарплату от Порошенко. Еще и благодарят его, передают привет и говорят, что денег так стало много, что они сумели научились откладывать для того, чтобы летом поехать в Крым. Ведь Крым же теперь наш, говорили они.
граждане с российским паспортом. Так, тобто зарплата там была больше, чем на украинских? Да, чем на сотрудники. Они получали больше в тот момент, в момент активных боевых действий. Они работали, получали зарплату выше, чем получали сотрудники украинской фабрики «Рошен». Ну и как вы думаете, им нравилась наша работа вот такая? Ну, зрозуміло. З іншого боку, навіть якщо підійти, да, згадуємо історію з 1+1, Ігор Валерійович розказував, да, як намагалися згладити, так би мовити, інформаційну політику, в тому числі цього каналу, хоча не знаю, як він дотичений до сторони, ну, там немножко другая история. Ігор Валерійович завжди має свойство накручувати градус в сюжетах, для того, щоб потім в дальнейшем ефірне время продавати или розмінювати своїх договорниках з властю. Він це робив регулярно. І в той момент, о котором ви розказуєте, то він нагрівав градус для того, щоб договорюватися з Порошенко о приватбанку. Это была его стратегия. У нас не было такой стратегии. У нас была стратегия раскрутить сайт, информационную площадку. И мы понимали, что поскольку мы очень молодое издание, кроме того, издание, в котором работают весьма известные журналисты с очень острой репутацией, я бы так сказала. То есть мы понимали, когда мы запускались, что мы натолкнемся на противостояние, столкновение. У нас было мало времени для раскрутки. Поэтому первое, что мы сделали, мы выбрали русский язык как основное, потому что к какому-то странному, для меня пока еще непонятному социологическому опросу мы обнаружили, что для того, чтобы расширить свою аудиторию, нам нужно быть русскоязычными. Да, в дальнейшем мы сделаем украиноязычную версию, безусловно, но с точки зрения привлечения максимально большой аудитории сразу, нам нужно было ориентироваться на города-миллионники, а это русскоязычное население. Так, я, до речі, вам скажу историю. Мы сайт відкритого одного, один час намагалися і перевели виключно на українську мову, різко знизили заходи на сайт. Да, і я вот закончу просто. І то есть первое, что мы сделали, мы сделали изначально русскоязычную версию, и второе, мы умышленно выбрали острые темы, которые будут болезненны для власти, которые будут создавать то, что называется скандал, потому что лучше раскрутки любого информационного ресурса, чем скандал, не придумаешь. Поэтому за 3 года мы подарили Петру Алексеевичу и нашей аудитории массу приятнейших скандалов. Это Петр и Мальдивы, поездка Порошенко инкогнито на Мальдивы. Это наша история, которую мы тогда в свое время нашли. Это фабрика порохоботов, то есть это фабрика информационной политики или умышленная информационная политика бывшей власти, когда на коммерческой основе привлекается целая сеть проплаченных ломов, лидеров общественного мнения, блогеров, которые начинают системную травлю своих оппонентов. И, безусловно, мы попали в числе тех изданий и тех оппонентов, то есть власть вывела нас в свои оппоненты прямые, что на самом деле ошибка, потому что когда власть делает вызов одному конкретному изданию, она поднимает его на свой уровень. И они за счет вот этого бесконечного хейтерства, клише, маркировки, а вы же прекрасно понимаете, что рукой Кремля и агентом Москвы маркировали в то время не только медиа, а всех, кто был неугоден к власти, всех, кто так или иначе проявлял какую-то свою самостоятельную позицию или пытался, проявить свою самость, не согласиться с точки зрения, не согласиться пойти в команду. И у нас этих агентов Кремля за последние 5 лет образовалось такое количество, что можна окреме государство внутрі государства відкривати. Да, і, до речі, повертаючись до початку нашої розмови, навіть зараз залишається, я процитував Вікіпедію стосовно вашого видання. Вікіпедія – це окремий ресурс. Ми, чесно говоря, одно время пытались там правити или кого-то в чому-то перебити, потім ми на це забили. Ну, то есть, лучше мерило деятельності для любого СМІ является його аудиторія. То есть, можна мільйон там совершать миллион шагов для того, чтобы попытаться исправить какую-то свою репутацию. Можно, я не знаю, там, вы же прекрасно знаете, как легко у нас размещается любой материал черного пиара. Это можно делать за деньги. Точно так же можно снимать за деньги любые ссылки на тебя. Это можно зачищать информационное пространство. Мы это умышленно не делаем, потому что мы сейчас издание номер один на рынке интернет-сайтов. Мерило успеха – это трафик, то есть это количество пользователей или количество людей, которые нас читают в течение дня. Никакой другой оценки нашей деятельности быть не может. Нам доверяет огромная аудитория, и пусть они оценивают, кто мы и о чем мы пишем. Это первое. И второе, вы знаете, когда мы только запустили проект, а это, наверное, в моей карьере, в моей жизни один из самых сложных проектов, в том смысле, что он приносит огромное количество адреналина, проблем, увлекательных путешествий информационных.
То есть масса очень противоречивых эмоций, событий за очень короткий промежуток времени. Плюс это очевидная история успеха, потому что, несмотря на сложности, мы добились успеха, мы добились того, чего хотели. Теперь наша задача удержаться на плаву и удержать это положение дел. Но так или иначе, в чем уникальная особенность нас, журналистов, что отличает нас от политиков? В том, что нам любой скандал идет на руку. Он является маховиком, раскручивающим нашу узнаваемость. То есть, если, например, я сегодня попаду в какой-то скандал, связанный с тем, что я украла палку колбасы в соседнем магазине, да, это нанесет какой-то мне репутационный урон, но на самом деле в очередной раз подогреет интерес к моей деятельности. Так устроена психология масс. Ну, в нашому випадку найбільшим скандалом, мабуть, може бути те, що хтось заходить з мішком грошей, скажімо так, да? От наскільки часто звертаються до вас політики, чиновники, депутати, правоохоронці з тим, щоб ви щось поставили, ну, я не беру зараз рекламний відділ, да? Або щось зняли. Який це порядок суд? Ну, напевно ж, звертаються. Знаєте, як неудивительно, зараз уже не обращаються. Вони обращались поначалу. В самом начале, вот тогда, когда у нас начались серьезные проблемы, которые закончились тем, что главный редактор нашего издания оказался в тюрьме. Вибачте, а можна я невеличку ремарку? Да? Як зараз ви співпрацюєте з Ігорем Гужвою? Ну, давайте для вашої аудиторії. Ігор Гужва – це головний редактор видання «Страна ЮА», який в даний момент знаходиться в Вені. Тобто, після того, як нам вдалося витягнути його з СІЗО, там був небольшой временний лаг, і він виїхав. И он сейчас находится в Вене, он получил политическое убежище. Статус политбеженца он получил еще при режиме Порошенко, что является доказательством того, что дела против него фабрикованы. Умышленно фабрикованы прошлым режимом, без никаких доказательств. И вот он сейчас в этом статусе находится в Вене. Все-таки режим, а не влада, да? Власть, пожалуйста, режим, власть. Просто режим таку певну смислову нагрузку несе, мабуть, не дуже позитивну, чи скоріше негативну, тобто оціночну, певною мірою. Понятно, да, согласна. Я просто, честно говоря, не задумывалась про этимологию, хотя понимаю, о чем вы говорите. Да, согласна, власть. Да, слушайте, это что-то говорит Порошенко лично. И он еще понесет ответственность за это. То есть, если он думает, что оно ему просто так сойдет с рук, то нет. Зеленский его посадить не хочет. У него нет... Все говорят, вот Зеленский должен посадить Порошенко. А нет у него моральной составляющей, у него нет реваншистской страсти к посадке, потому что он от него, по сути, не страдал. Он от него не получал никаких противодействий или действий, от чего ему он как-то задумывался о том, кто такой Порошенко, почему он себя так ведет, почему он неприемлем, почему он непримирим к конкуренции, почему, что он за человек. А мы об этом, я в частности, размышляла очень долго. Я размышляла в том числе, когда он находился в позиции государственника, потому что он, в частности, мне, как руководителю издания, нанес массу проблем, массу сложностей. Причем я ощутила эту несправедливость на себе, но несколько раз на протяжении длительного времени, когда сначала пострадали мои близкие друзья, а потом пострадал еще один близкий мне человек, это главный редактор моего издания, который и в итоге, ну, то есть мы... Но мы от этого не поломались. Безусловно, вся эта стратегия была рассчитана на то, что Игорь выйдет и издание накроется. Но благодаря современным технологиям, то, что, извините за скудность речи, диджитализации, мы спокойно управляем редакцией в том режиме, в котором есть. Он находится в Вене, я здесь, мы каждый день на связи. Никаких проблем с этим нет, издание процветает, и мы будем сейчас только расширяться и усиливать свои возможности. Так, до речі, от «Сторона UA», і ви про це говорили, досить відома своїми інсайдами, да? Ви згадували Липецькі, Мальдіви. От, ну, зрозуміло, напевне, що для того, щоб отримати якийсь ексклюзив, потрібно мати дружні стосунки з певними там чиновниками чи депутатами. От, чи це відповідає дійсності, і чи є для вас, скажімо, такі люди, про яких ви однозначно не будете писати погано, тому що вони вам дають якусь певну інформацію про своїх чи конкурентів, чи, не знаю, щось там не поділили банально. То, что вы сейчас говорите, можно коротко поместить одну фразу. Для того, чтобы что-то взять, нужно что-то дать. То есть у нас, понятно, этот взаимообмен, он происходит на каких-то взаимовыгодных условиях. И у вас вопрос, ваш вопрос фактически сводится к тому, а что не требует взамен. Смотрите, выстраивание отношений с источниками – это отдельное искусство. И тот, кто научился это делать, в итоге в дамках, потому что он обладает эксклюзивной информацией, которая и делает наш трафик.
Как правило, если я выбираю себе этих источников, а они выбирают меня как источник слива информации, потому что давайте будем объективны, они через нас сливают информацию. И, очевидно, им это выгодно. Каждый из нас преследует свои интересы. Мне, по большому счету, плевать, какие интересы преследует тот человек, который эту информацию мне предоставляет. Его мотивация может быть очень разная. Повышение влиятельности и значимости в собственной тусовке. Ну, например, кто-то из его ближайшего окружения знает, что у него есть связь со Светланой Крюковой. Это означает, что он одним сообщением или одним звонком может испортить жизнь вот этих людей, которые его сейчас окружают, потому что он является носителем информации. У него может быть, его мотивация может быть связана с чувством реванша или мести, потому что этот человек является его оппонентом. И таким образом он использует меня как инструмент для решения своих задач и проблем. Его мотивация может быть абсолютно мещанская. Вот такая мотивация, которую сейчас часто, которую я часто улавливаю и усматриваю во многих слугах народа, которые являются в том числе нашими источниками информации. Вот, например, по вопросу о выдаче зарплаты в конвертах. То есть нам же кто-то сливает эту информацию. Мы же откуда знаем эти ставки, которые Про це гучно говорили десь восени минулого року, якщо я не помиляюсь. Да. То есть как только они были избраны депутатами, они все сели, большая часть из них, они сели на теневые доходы. То есть каждый месяц большая половина депутатов услуг народу получает зарплату в конвертах в ставках 5, 10 и 15 тысяч долларов. Эту информацию нам предоставляют эти же депутаты, которые берут эти же деньги. Почему они это делают? В чем их мотивация? Это я возвращаюсь к категории мотивации. Они понимают, что это неправильная ситуация. В то же время они понимают, что они получили акционный лотерейный билет, попали вот в это странное монобольшинство. Некоторые из них понимают, что, скорее всего, они уже не видят себя членами этой команды. Или в этом они видят свою страсть к справедливости и демократии. Но деньги берут. Понимаете? То есть вот у них какая-то вот такая вот. А теперь отвечаю на ваш вопрос. Буду ли я писать плохо про этих людей? Или буду ли я каким-то образом их патронировать, свои источники? Да, безусловно. Потому что это мои источники. Я их берегу. У меня их там, условно говоря, там 10 человек. Понятных мне людей. Сначала я их проверяю, этих людей. Более того, перед тем, как выбрать, у меня тоже есть мои какие-то критерии и установить с этим человеком отношения. У меня тоже есть какие-то критерии, по которым я эти отношения устанавливаю. Например, мне очень важно, чтобы этот человек не был публичным и не имел политические амбиции. Объясню почему. Потому что одно дело, когда ты какой-то мелкий следователь в прокуратуре или ты какой-то неприметный депутат, неизвестный, который никогда нигде не попадается. И, в принципе, от того, что он есть или от того, что его нет, мне он никуда ни в какие скандалы он не попадает. Мне незачем переживать о его репутации. Понимаете? Потому что одно дело, когда человек потом попадает в какой-то репутационный скандал, или, например, если бы моим источником был президент. Представляете, как бы у меня голова болела, что я должна ему за эти инсайды? Поэтому с властью, например, когда мы устанавливаем взаимоотношения, мы стараемся вообще не дружить. То есть от власти нужно вообще держаться максимально далеко, потому что я редко встречала адекватную власть, которая умеет общаться с журналистами, и при этом, чтобы все оставались довольны. То есть до речі, Світлана, от ви працювали журналістом, редактором при Ющенко, при Януковичу, при Порошенко, при Зеленського. При кому більш комфортно, чи це не залежить від гаранта? Смотрите, мені, к большому сожалению, у меня испорчен вкус на власть. И мне теперь комфортно работать тогда, когда они на нас нападают. Потому что когда они на нас не нападают, или когда... То есть мне удобно, когда власть лунная и бестолковая. Потому что тогда у нас больше инсайдов, больше скандалов, больше прекрасных попрационных историй. Мне удобно, когда власть жадная и дурная, и покупает себе какие-то дорогие предметы роскоши, вроде вилл или машин, а мы потом берем это и подснимаем с дрона, или делаем репортажную съемку, потому что это дает нам великолепные сюжеты. Мне очень, на самом деле, там Игорь Гужва со мной, конечно, не согласится, потому что он в Вене, он был в тюрьме, а я нет, но, в принципе, скажу вам по-честному, я ловлю себя на мысли, что я умышленно повышаю градус своей информационной активности для того, чтобы напороться на какую-то проблему. Потому что, еще раз говорю, любая проблема подогревает интерес к нашей работе. То есть если ты в этом квесте, то тебе хочется, чтобы о тебе говорили, у тебя были сложности, у тебя были столкновения. Вот у меня сегодня лекция вечером.
Если, например, еще там 4 года назад я переживала о том, что под эту лекцию могут прийти какие-нибудь активисты с плакатами там «Геть рука Москвы», то сейчас я жду этого, потому что я понимаю, что без этого события может не загореться. Понимаете? Вот, поэтому тут ко мне вопрос немножко, наверное, не очень правильный. То есть мне неудобен президент, который встречается с журналистами, кормит их печеньем и говорит «люби друзей», например. Вот Ющенко в этом плане был очень такой слабый президент. Я так разумею, на сегодняшний день ваш президент – это Петро Олексеевич Порошенко. С точки зрения дрессировки и иммунитета – да. Потому что Зеленский в этом плане слабее. Вот они сейчас обсуждают закон о медиа, который они собираются принимать вместе с идеологической группой разработчиков Александром Ткаченко, бывшим генпродюсером 1+1, Никитой Потураевым, выходцем из Днепра, бывший политтехнолог, еще группой бесперспективных политиков, потому что нет перспектив у политиков, которые ввязываются в такую тему. Они разрабатывают этот закон о медиа, но их сбили за 2 недели. Вообще. То есть его не будет. Этого закона не будет. Светлана, как вы считаете, самое банальное питание, чи є в Украине свобода слова станом на зараз? Да. Да? В чем она выражается? В том, что я могу сидеть у вас на канале и рассказывать про котлетные вечеринки Коломойского, рассказывать про лунного президента Зеленского и, в принципе, про то, что мэру Филатову не мешает похудеть. Так он уже схуд. Ну, еще можно. Нет предела совершенства. То есть, видите, я, в принципе, могу пройтись по каждому. И я думаю, что не то, чтобы мне за это ничего не будет, но, может быть, я получу 3 звонка или 3 сообщения, но мне, в принципе, плевать. Светлана, с вашей точки зору, чи є в Україні журналістська солідарність? Скажімо, якщо виникнуть проблеми у телеканалу «Прямий» чи у 5-го каналу, чи впишеться за них сторона UA і навпаки? У нас є по цьому поводу чітка редакційна політика, яка заключається в тому, що ми вважаємо, що будь-яке нападення на будь-який телеканал, на будь-яку СМІ, незалежно від власника і незалежно від того, як вони відносяться до нас, тому що прямий телеканал, о якому ви упомянули, от ми о них не пишемо, а вони о нас регулярно знімали раніше сюжети. То есть они должны, СМИ, это зеркало власти, они должны снимать, их задача освещать, быть зеркальным к тем людям, которые принимают решения, на что-то влияют. А прямой канал снимал сюжеты про нас, вроде как мы власть, понимаете? Но тем не менее, несмотря на это, мы все равно, если на них начнет нападать Зеленский, мы напишем, мы будем освещать эти события, мы не будем никакие подписывать петиции, потому что мы не участвуем в этих коллективных междоусобщиках. Я считаю, что это не очень правильная история, когда журналисты пишут какие-то коллективные обращения, это ни на что не влияет. Мы будем освещать, обращать внимание, рассказывать, кто это делает. То есть заниматься своей прямой задачей, информировать. И в данном случае это и есть поддержка. Потому что когда ты игнорируешь тему, это отсутствие поддержки. Это первое. То есть мы считаем, что независимо от собственника, любое СМИ, если на него нападает власть, оно имеет право на защиту и на солидарность. Это первое. Второе, когда у нас были проблемы, мы на себе ощутили, что такое отсутствие солидарности, но мы для себя очень четко определили, с кем мы никогда, с кем нам не по дороге, с кем, кого мы однозначно съедим на этом рынке. И я вам хочу сказать, нам это, в принципе, успешно удается, потому что за 3 года, если вы заметили, произошла определенная смена элит на центральном уровне СМИ. И наш ответ нашим коллегам, которые тогда повернулись к нам спиной, это потеря их трафика, которую мы забрали себе, благодаря нашей активной деятельности. Світлано, хотів би трохи поговорити з вами про чисту політику. От півтора роки, майже півтора роки Зеленський президент, майже рік чи вже рік зеленій команді. З вашої точки зору, це історія успіху чи історія поразки? 2 в 1. Це історія трагікомедії. Это история феерического влюбленности в общество, в киношного героя, красивой технологии под названием сериала «Слуга народа», завышенное ожидание, как при эйфории влюбленности, когда девушка влюбляется в человека с постера, в некого условного Брэда Питта, а потом встречает его в реальной жизни и через полгода понимает, что кинообраз не имеет ничего общего с этим человеком, который теперь просыпается с ней каждое утро, храпит и вообще ведет себя крайне неподобающим образом. Вот это плюс-минус про Зеленского. В итоге она будет выгонять его из своей квартиры. С точки зрения эффективности, как президент, для Украины краще Порошенко или Зеленский? На этом этапе, конечно, Зеленский. Потому что я считаю, что Порошенко сделал очень много зла для страны. Он настолько сильно наигрался в свою технологию «Армия Мова Вира», которая была исключительно избирательной технологией, и которая просто расколола общество на такие части, что теперь нужно собираться и собирать эту страну.
А як вам, до речі, дніпровська команда? Філатов, голова громадської ради, ради при міській раді Корбан. От ви з ними якось спілкуєтесь? Взагалі вони красавчики чи ні? Смотрите, я очень хорошо общаюсь с Корбаном. У меня с ним есть очень личные, хорошие, доверительные отношения. Отношусь к нему с большим уважением. Так, ну по стороне это видно, когда там есть певні материалы. Скажем, на тому тижні, здається, коли напад був, да, от на офіс його, да, що безпосередньо вам це він і повідомив. Смотрите, у нас, вот тут вы не правы, потому что каждый раз, когда у кого-то что-то происходит, мы всегда первыми дозваниваемся до источника. У нас нет никакого перекоса в пользу Корбана и Филатова, мы сохраняем очень нейтральную точку зрения, и в данном случае я стараюсь, несмотря на мои близкие отношения с Корбаном, сохранять определенный паритет мнений даже в тех материалах, которые касаются его. То есть, если вы посмотрите, мы писали материалы по партии «Пропозиция», у нас есть разные точки зрения, в том числе его оппонентов. То есть тут, когда происходит какая-то тематическая, накладывается тематика эмоций, я просто отдаю это на аутсорсинг своим коллегам и стараюсь минимально вмешиваться в эти материалы. Так, Светлана. Но вы спросили про мое отношение. Угу. Смотрите, зная этих ребят, я считаю, что вам, как представителю региональной прессы, нужно максимально укрепляться, усиливаться и держать их в тонусе, так как Филатов держал в тонусе власть, когда он был журналистом. Потому что эти ребята растут исключительно при сильной конкуренции и при сильной оппозиции к ним. То есть им не нужно давать возможности расслабляться ни на минуту. А так, я вчера была в сквере, который отремонтировали муниципальные власти возле гостиницы «Украина». Прекрасно. Это в порядке рекламы. Угу. Вулиця Короленка. Да, очень красиво. Світлано, одна хвилина у нас лишається, да. Але не можна не спитати, все-таки у нас місцеві вибори вже на носі, як то кажуть. Чи можуть їх перенести, відмінити через коронавірус, наприклад? Ні, це технологічно невозможно, ЦИК на це не пойде, і вже нет времени. То есть они просто организационно не успеют это сделать. Это будет большой скандал для Зеленского. Более того, учитывая, вы же понимаете, что они местные выборы проигрывают. Они будут имитировать местные выборы. Это означает, что если они проведут их осенью, то в принципе их можно вообще не проводить. Потому что по динамике падения рейтинга они могут их даже не начинать. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з першою заступницею головного редактора видання «Сторона.UA» Світланою Крюковою. На все добре.